Так, всем привет! С вами канал Артмания. Разобрала я шкаф. Оказывается, его продать вообще очень-очень-очень сложно. Люди звонят, спрашивают, а это точно дерево? Блин, я говорю, честно говоря, я даже не знаю. Мы покупали ее, блин, лет 7 назад, наверное. Ну да, где-то, наверное, лет 7 назад. Я, честно говоря, даже не помню. Скорее всего, нет, конечно. Вот, короче, должны послезавтра прийти забрать ее вроде бы как, но не факт. Вот, скорее бы ее забрали, потому что у нас тогда продолжится ремонт. Видите, уже все, ничего нету. Вот, и я тем временем пойду понесу книги. Выбрасываю книги. Ну, здесь вот эти я еще подумаю, немножечко почитаю их. Есть ли какая-то нужная информация из них или нет. Здесь вот дача, и вот тут вот журналы «Роднулечка». Это наши самарские журналы. Их я во время беременности собирала, думала, будут нужны. Но, честно говоря, мне оттуда вот читать что-то даже некогда. Здесь, видите, все засрто. Вот, и сейчас я уже в рюкзачок сложила себе. Решила показать, что я там уношу вам. Лиза, журналы, вот всякие вот книги. Книга какая-то там по живописи, я ее где-то в какой-то библиотеке взяла, но я так и не воспользовалась. Для мам всякие вот такие вот книжечки. Ну, журнальчики, журналы больше, да. Вот. Ну, и там вот всякое родители, кулинария всякая. Ну, уже сложила. Короче, отнесу. Не на помойку, конечно, это нет. Это на... Короче, увидите сейчас через секунду. Yeah.